Всем привет. Короче, сегодня я буду делать открытие 52 сундуков на 1500 подписчиков. Заходим. Я еще на этом аккаунте только 3 эпических сундука открыла и один обычный. Так, посмотрим, сможем ли выбить мы за сегодня всех персонажей и, ну, хотя бы 3 пэтов. Сейчас открываем первый сундук. Интересно, что нам из него выпадет. А особо такого ничего не выпало. И... вау, нам выпал редкий скин на крокодила. Это круто достаточно. И редкий скин на рысь. А нет, обычный скин на рысь. Интересно, на какой сундук по счету мы выбьем персонажа? Сейчас 4-й. Персонажа пока нет. Так, 5-й сундук. И опять нет персонажа, но зато легендарное действие на лесу. Вот такое вот. И опять персонаж. И персонажем даже не пахнет. Как будто бы этот аккаунт самый невезучий. Опять никакого перса. Кстати, я эти деньги очень долго копила, где-то около месяца. Поставить лайк и подписаться на меня вам, ну, будет недолго и займет не больше минуты. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня. И опять ничего не выпало, даже дубликат коврика выпал. И опять ничего такого. Пойдем. Выпал дубликат скин на рысь. И больше ничего. Ни перса, ни пэта, ничего вообще. О! Зелье для питомца выпало, а питомца нет. Ну, опять ничего нет такого. Я жду перса или пэта. И опять ничего нету. Походу, я создала невезучий аккаунт. И мы можем ни одного перса или пэта не выбить за эту игру. Будет обидно, если мы не выбьем ни перса, ни пэта. И опять ни перса, ни пэта, ничего нету. Может быть, я в конце открою сундук за рекламу. Опять ничего не выпало. Может, надо попробовать подольше вот так подержать на этих предметах, там, типа, поразглядывать. А может, попробовать заново нажать на крестик. И еще посмотрю, что тут у меня выпало. Так, колпачок. Понятно. Глаза выпали. Редкие они у меня уже были. Стоп, а какие еще глаза? А, обычные глаза выпали. Слушай, ну ничего. И... ну, короче, ничего не выпало. Попробуем заново открыть сундуки. У нас осталось 34 тысячи. Так, и опять ничего. Нам даже уже дубликаты падают. Они одного перста не пэта, ничего не дали. И опять ничего нету. Опять ничего не выпало. Это самый невезучий аккаунт из тех, которых у меня были вообще. Вообще ничего не падает. И опять же ничего. Всякая там одежда и глаза сыпятся. Мне нужен перс или пэт, вы понимаете? И опять ничего. И опять ничего. Так, попробуем не нажимать на сундук. Он сам откроется. И... опять ничего. Пробуем только один раз нажать. И опять ничего. Несколько раз опять нажимаем, и... вообще ничего не падает.
Я даже уже начинаю сомневаться, то, что мы хотя бы одного персонажа или бета выбьем за эту игру. И не знаю, может, мне не стоит выкладывать этот ролик, потому что тут ничего неинтересного, но так как я долго копила эти деньги, скорее всего, я выложу его. И опять ничего вообще такого не выпало. Следующий сундук открываем. И вообще ничего. У нас осталось 22 тысячи. Что-то нам еще на волка выпало. На волка. Какие глаза тут? А, вот такие вот еще зелененькие глаза. Пэта у меня вообще ни одного нет. Этот вот самый дешевый пэта за 90 алмазов. Но я уже 60 алмазов потратила на открытие эпических сундуков. Ладно. Так, входим. Так, продолжаем открывать. И может быть нам сейчас что-то выпадет. Может все персонажи будут... Блин, опять ничего не выпало. Может все персонажи будут в последних трех сундуках и пэты, хотя это маловероятно. Я хочу хотя бы редкого пэта, но... Блин, слона мне дайте, или гиену. И... Вообще ничего не падает. Это официально самый везучий аккаунт. Для следующей игры, скорее всего, я буду создавать новый, потому что этот продолжать бесплатно, тут вообще ничего нету. И опять ничего. Так, если мне сейчас до конца этих сундуков не выпадет ни один персонаж, ни один пэт, то я создаю новый аккаунт, а этот просто удаляю. И опять ничего нету. И ничего не выпало. Да, все-таки придется открывать сундук за рекламу. Опять ничего, даже дубликаты уже падают. У нас осталось 16 сундуков, ребята, всего лишь 16. Опять ничего не падает, только скины всякие. Попробуем это открыть. Но я уже не надеюсь, что мне что-то выпадет, потому что... ничего не падает. Тут ничего нету. Разблокирую питомцев. Мне походу сейчас выпадет пэт. Мне выполнило. Пэт редкий мне выпал наконец-то. Кролик мне выпал. Все-таки я не буду удалять этот аккаунт. Ну, если мне сейчас еще лиса выпадет, то вообще не буду удалять реально этот аккаунт. Нормально. Хотя что я так сильно радуюсь, хотя то, что у меня только один пэт. На 52 ящика. Это как-то ненормально. Моя подружка выбила мистического бета, хотя открыла там буквально немного ящиков. О! Мистический аксессуар на лесу. Это уже хорошо. Легендарный эликсир 1300. Ну, это уже нормально. Так. И для бетов так много эликсиров выпало, то что мы сможем его докачать. Легендарная одежда на гепа. Ну, это уже неплохо как-то. Может быть, сейчас лиса выпадет или медведь. Нет, лучше всего орел, да. Орел или тигр. Но вряд ли выпадет. Лиса хотя бы. Хотя бы лису мне дайте. Сколько у нас осталось? 7 сундуков, ребята, 7. Так, забираем задание. Что тут у нас нам еще на волка выпало? Что нам на волка ничего не выпало? А, выпал такой вот скин обычный, но я лучше в редком буду своим ходить. И у нас осталось 7 последних сундуков. Может быть, что-то сейчас выпадет. Ничего не выпало. Осталось 6 сундуков, ребята, 6. И ничего не выпало. Может быть, сейчас удача мне улыбнется. И ничего, опять же. Опять вообще ничего не выпало. У нас осталось 3 сундука, и может быть, один я открою за рекламу. Так, открываем один сундук. Пожалуйста, перс. Ничего не выпало. Второй сундук. Предпоследний за это открытие. И вообще ничего не выпало. А, не, легендарный эликсир. Ну, так, нормально. И последний ящик. Последний ящик, ребята. Может быть, у меня выпадет перс. И ничего не выпало. Ладно, открываем ящик за рекламу. И ничего. У меня была легендарная одежда на рысь и
еще что-то было. Вроде одежды на лесу. Так, и подводим итоги. Сейчас, сколько мы смогли выбить чего? У Пэта мы смогли выбить 1296 эликсира на Пэта и 8662 эликсира на обычных животных. И больше так мы ничего и не смогли выбить. Так, сейчас посмотрим, что мы в остальных животных выбили. Кролик вот мой. Так, в лисе мы выбили. Никакой скин мы не выбили. Так, выбили желтенькую такую одежду и розовенькую. Выбили шляпку. Походу, это мистическая была маска. Нет, это не то. Вот, мы мистическую маску выбили. Глаза обычные. И здесь мы выбили такое, такое. Такое уже было стандартное. И вот такое вот легендарное мы выбили. Так, из рыси мы выбили 9. Вот что у меня было, кстати. Вот этот вот обычный скин мы выбили. Из кофточек что мы выбили? У меня редкую кофточку мы выбили. Наверное, гепарда, помню, мы выбили легендарную кофточку. Так, выбили еще редкую маску. Глаза обычные. А, легендарные глаза вот выбили. Чтобы вам показать, я сейчас уберу маску. Вот легендарные глаза мы выбили. Так. Опять одеваем масочку. И здесь что мы выбили? Мы выбили только вот такое вот действие обычное. На медведя мы выбили 7 чего-то. Так, один скин. Кофточка обычная. И вот такие вот аксессуарчики. Один ему очки прикольные. И с действия мы выбили. Так, это уже было стандартное. Вот такое вот обычное действие. Такое вот. И такое вот. Больше на медведя ничего нету. Так, на льва. О, 9 мы что-то выбили. На льва скинов вообще нету. Жалко. Кстати, мой любимый персонаж — это лев. Так, на него мы выбили вот такой шрам. Видите? Вот. Что тут мы еще выбили? А, стоп. А мы еще такую одежду выбили. Смотрите, редкая одежда такая вот красивая на льва. И так, шляпа. Что мы выбили? Шляпку пиратскую, такую, такой почетчик один пиратскую. Из глаз мы что выбили на льва? Такие вот обычные. Такие вот розовенькие. Такие вот голубые обычные. Такие вот желтые обычные мы выбили. Выбили вот такое вот действие обычное. И вот такое вот. Так, на гепа. Легендарная одежда, я помню, была. Так вот, маскинчик выбили обычный. Легендарная одежда. Такая вот еще обычная одежда, но и лучше легендарную, конечно же, одену. Не знаю, второе открытие, наверное, ящиков я проведу. Там тоже будет 50 ящиков. Проведу на 3000 подписчиков. Вот, вот такая вот шляпка есть обычная и редкий. Мы выбрали я редкую, лучше одену. И вот такие вот коричневые глаза, коричнево-серые. Здесь мы ничего не выбрали. Так, на лошадь мы 8 выбили чего-то. Так, на скинов мы какие? Никакие скины мы не выбили. О, одежда есть легендарная на лошадь. Так. И еще вот такая вот редкая. Такая вот обычная. И все, больше ничего на лошадь не выбили, поэтому легендарную одену. И из глаз мы выбили на лошадь. Вот такие вот желтенькие. Коричневые, зеленые и красные. Я оставлю, наверное, зеленые. И здесь мы выбили вот такое действие. Так. Что-то у нас осталось. Орел еще мы что-то выбили. Вот такой вот обычный скин всего лишь. Так. Такой вот обычная штучка. Обычная и обычная. Опять же,
такой вот шляпочка, вот такая шляпочка и ковбоя шляпочка. Вот, еще глаза вот такие вот коричневые. И действие мы выбрали вот такое вот редкое действие. Так, крокодил, 12 в крокодиле больше всех. Я помню, мы выбили редкий скин. Да, это было в одном из первых ящиков. Еще мы выбили вот обычную одежду. Такую вот две. И вот такой вот шрамик. Я, наверное, оставлю фиолетовую обычную одежду. Она, короче, всех смотрится. Хотя нет, шрам прикольнее смотрится. Так, мы выбили еще очки и вот такой череп, я один череп. Вот глаза мы такие выбили коричневые. Действие обычное. Такое действие обычное, такое действие обычное. Это было стандартное действие шло. Так, и последний тигр, мы на него выбили чего-то. Мы выбрали такой вот обычный скин на тигра. Обычная футболочка. Ой, шрамик. Мы, походу, на всех почти шрам повыбивали. Где этот шрам? Так, ищем, ищем. Где шрам? А, я его нашла. Просто скин так вот сливающийся. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, вот этот? Это шрам вот здесь красный. Сначала я его даже не заметила. Вообще-то этот шрам нельзя носить с красным скином, а то незаметно. Так. Еще вот такую шляпку мы выбили, глаза мы выбили вот такие вот голубые, такие вот розовенькие, такие вот синенькие и белые, вот белые самые прикольные, под этот скин очень сильно подходят. И с действием мы выбили вот такое вот легендарное действие на тигра. Это вроде было в каком, в седьмом ящике, насколько я помню, сначала. Ну что ж, вот все, что мы смогли за сегодня выбить. К сожалению, так мало. Вот. И сейчас я прокачаю тогда своих игроков. Что же, уже терять нечего. У меня так много эликсира. Сейчас прокачаем Пэта. Пэт. Семья Пэт. И АПМ. До второго уровня, блин, не получилось. Значит, апаем всех членов семьи. Вот так вот. Апаем, апаем, апаем. Будет долго, поэтому я запущу вам это в таймлапсе и скажу, что в итоге у меня получилось, до какого левела силы и скорости, и здоровья каждого апнуть. Это максимальный уровень 9 только. Значит, будем качать, продолжать этих. Напоминаю, если что, я создала новый аккаунт. То есть это у меня не основной аккаунт. Основной у меня очень прокачанный. Но я вот открываю на новом, потому что в очень прокачанном там мало что можно выбить только. Так, прокачиваем вот так, да, 30. Третьего силы. У нас еще остается немного, и я прокачаю на основном персонаже это. Ну так, все, теперь будем прокачивать только вот этот. Ну что ж, я смогла прокачать основного члена семьи. Сила 34, скорость 34, здоровье 33. Жену мою смогла прокачать на 33 по всем критериям. А моего сына смогла прокачать только на 16 по всем критериям, потому что тут уровень 9 только доступен. Ну что ж, спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И следующее открытие, напоминаю, проведу на 3000 подписчиков. Всем пока!